Sì, cerchi. Правда, сейчас такой пинг охеревший, что у меня, возможно, у тебя вместо стрима я буфер увижу и все. У меня просто буфер на телефоне тоже. Она у тебя еще не запущена. А там должна быть картинка с АФК. Она есть или нет? Ну, типа... Сейчас скажу. Не вижу, да. Есть, да? Есть, Все, есть. чисто картинка. Картинка, и ты нарисован. Блин. Арбузом. Как тебя? Обалдеть, ты что творишь, господи, дизайнерша. Сука, я сейчас приду, короче.
Что там прошипело? Да тяжело. А? Тяжело мне. Чё тебе тяжело? Да и состояние странное. Я опять наелась чернослива, а он улучшает типа пищеварение, но только, блядь. Короче, такое себе. И глаза уже болят, я чуйка играю, пойду спать, потому что времени уже много. Сейчас, погоди. Картинок. Блин, конечно, фиговые. Я не понимаю, это. А, блин. Короче, надо будет. Какое что-то делать, короче. Так. Да я, короче, все делаю через жопу. Мне нужно нормально сделать дополнительные вот эти вот сцены, чтобы камера, короче, не каталась везде. Сложно объяснить. Короче, не то, что сложно. Короче, я в ОБС-ке все сделала через жопу. Еще и файл у меня недоделанный, потому что там остались полоски, где должна быть камера. И в итоге, как бы на изображении камеры линии. Вот. А еще я еще пока что-то не разбиралась, не знаю, как сделать сцену, чтобы была картинка и камера была в одном положении, а потом, когда переключаешь на другую сцену, чтобы картинка, камера была другого размера в другом месте. Ну, короче, нужно разбираться.
мне второй пока. Так. Ну, пока не разбирайся, кто тебя заставляет. Мне это мозолит глаза сейчас. Ну, пофиг, так. Видел, мега чел продает свою гавину в видях. Там что у него в видях? 760-й, по-моему. Ты там поебали. За 6500. За 6500. Угу. А, подожди, я не знаю, за 6500 рублей или... Гривен, скорее всего, он же украинец. Не факт. Подожди, а сколько в гривен... Ой, сколько в рублях это? А хуй его знает. Почему мне закрылся... А мы в какой комнате сидим? В первой или во второй? Я не знаю. У меня закрылся браузер, и я не вижу чат. Заходи в пук, слышишь? Подожди, а вдруг мне кто-то писал, например, Саша. А я все пропустила. В пук зайди потом, ладно? В пук? Hello? Вот я так и знала, что прилетит бутик, короче. А чё, ты это было логично. Так и знаю. Ну, я могу... Да нет, я просто так еще хотела сказать. Я не надолго. Вот, а вы там смотрите сами, как хотите. Угу. Я сам не надолго. Мне в 11 спать. В 11? Да. Ты в курсе, что... Мы успеем два раза слиться только еще. То если повезет. Ну хотя бы, блин, пригласите меня, пожалуйста. Не, у меня-то на час меньше, чем у вас. Блин. Ну ладно, тогда ладно. Я еще буду. Just a moment, guys and girls. На, Костя, хочешь прикол? Какой прикол? Я нашел свою старую руль. Какой руль? От чего? Я поняла. Типа, знаешь, гонки играть на руле. А, блядь, ёпты, я думал, там бэмик. Чё, будешь кататься? Угу, устанавливаю гонки. Прикольно. Блин, я в детстве хотела себе такой руль, прямо там, знаешь, с педалями, короче, со всякой херней. У меня тоже с педалями. Блин, я вообще, я что-то так прям, меня впирало. Я такая думаю, буду гонять там. Так, Юля, тебя я не могу позвать. Почему? Потому что уже в пати с кем-то, как и... Так, а в смысле? Бутик шел тоже. Так потому что он меня позвал, нет? Кто-то я просто успевает понял. Позвать меня первым. Мне на 2-3 катки и все. Так, я, короче, пингую, так что иногда будут... Не знаю. Ты чё, сейчас тоже пингуешь? Я везде всегда пингую, я б сказал. Я зашел на спид-тест, у меня пинг 8 миллисекунд. Если говорить по европейским серверам, то это 150, 200, 300. О, фак. А почему у тебя так? Потому что Skynet уши долбится и сказали, что мы постараемся полезать вам очко и все исправить, блядь. Но в итоге еще так... час прошел с того момента, как я им это написал, даже сказал, в чем прикол, типа то, что это на европейском сервере, типа то, что у вас интернет, блядь, оттуда же. Они говорят, мы уже все уже поняли, исходя из ваших, типа, данных, мы поняли, в чем проблема, будем разбираться. Уже час или полтора прошло, вот когда мы вот эти вот катки играли, последние две. И так ничего не поменялось. Просто ты же сказал, что у вас пинг только в контре, потому что в основном, Нет. Потому что TeamSpeak... На всем. На всем у нас пинг такой. Блин, Вадим же, просто Вадим говорил, что только в контре, поэтому типа пошли на фейсе. В контре и во всех играх. Офигенно. И что, у тебя всегда так сейчас будет? Ну, пока не исправят. То бишь до утра возможно. Потому что сегодня днем я играл идеально. На любом сервере. Так что думайте все сами, решайте сами, а я пока просто постараюсь кого-нибудь убить с таким пингом. Давай, куда, Юля? Да что ты с этим Приморском посыл? Там удобно.
Да мы-то тут даже не доходим. Сам предлагаешь, потом сам в итоге заруливаешь первый попавшийся дом, лутаешься, и никогда мы не доходим. Можно до этого. Можно в Липовку какой-нибудь, хотя там, наверное, будет пиздец. Ого. Да выпрыгни ты, пожалуйста, блядь. Та-та-там. Я на 2-3 катки пойду. Знаете что? У меня написали, что с сетью проблемы, блядь. Network flag detected? Да. Это нормально. Угу. Я просто хз. Блин, знаешь, почему у меня Wi-Fi сейчас лагал и транса? Потому что, блядь, я забыла выключить мобильный интернет, нахуй. Хотя вчера реально Wi-Fi лагал. То есть, как бы, по шнуру все супер, а... Я лечу на полицию, я хз, у меня почему-то так висит. Стоп, а где машина? Куда ты, в полицию летишь? Нет, я возле нее. Да, знаете, что я тоже... Я вижу баки. А ты можешь меня забрать, если я сейчас машину не найду? Угу. Спасибо. Блин, короче, капля растеклась по экрану, я испугалась, что это человек. Ну, блин, у меня тут немножко реалистично. Там пидорас бегает. Где? Ну он без всего, он просто в поле бежит. Да беги от него нахуй, что ты? Да он сам, да он меня не видит, по-моему. Да я. Блять, ох уж этот злоб. Дай его добью, дай добью. Добегался, сука. Все, ты его убил? Да. Я его задавил, а не убил. Это ты отомстил, короче, за... Помнишь те пидорасы, которые тебя задавили? А, да-да-да-да. Я, кстати, впервые сбил человека. Блин, а я сбивала. Я тоже, только что. Нет, я там прям уже, когда, знаешь, оставался... Оставалось, по-моему, человек 8 или 9. И я на тачке кружилась просто по маленькой зоне уже. И какого-то чувака в кустах просто задавила, потом мне... Случайно? Случайно, я его не видела на самом деле. Я приофигела. Ну, ничего нового. Пересаживаемся, да? Конечно, пересаживаемся. Ну, вдруг мы будем без тебя кататься, Костя, понимаешь? Ты же пингер у нас. О чем задание? Костя, давай на ангарах. Вылази. А я? Хочешь поехать со мной? Я поеду с тобой. Ну тут мало ангаров просто. Костя все залутает. Так я специально для Кости ангар оставил. Ты тут тачку-то какую-нибудь поставил? Блять, я застрял. Отогнать машину? Да не-не-не-не. Ой, сразу же броник, каска. Если нужен броник, иди сюда. Хорошо. Ты двери... Ну, ты в любом случае его найдешь. Ты двери не видишь, да? Блять, зачем я взяла? У меня первый броник есть. Да, у меня тоже первый. Ой-ой-ой. Кому еще одну из КС-ку надо? Мне. Выбирайте. В ангарах? Ну, только патроны сами ищите. В ангарах? Какой-то да, добрый. Да, да. Окей. А в ком? В котором ты сейчас в ангаре? Нет, в следующем. Который вот слева от тебя. Да-да-да. Еще одна СКС, так сказать. Ой, или там что-то такое. Вы уже все понимаете по моим визгам. Я взяла бензин, но это не самое главное, потому что у меня есть ВСС. О, вот это тема. Только она дамажит не по-суперски. Поверь, если правильно попадать, то мне можно. Просто нравится, что к ней не нужен прицел. А, ну да. И глушитель.
А, подожди, а она типа насчет глушителя я не. Она уже глушитель. Две большие аптечки, найс. Блин, знаете, что хотела сделать? Посмотреть, как в контре наружи. Блять. Что там на оружиях? Ну знаешь, типа на F нажимаешь и рассматриваешь. А. Красиво придумал. Да я не могу, я, короче, начинаю играть в разные игры, у меня в голове все путается просто ник. Mm-hmm. Ничего нового. Костя, я, короче, качаю этот гонки, форс, что-то там. Красавчик. А я тут при чем? Не знаю. Ты, видимо, что-то за гонки? Нет. Кому этот самый дробовик, если надо? Хотя что я спрашиваю, второй армор вот кому надо, блядь? Тот придет. Да кому он нужен второй армор? Алеш. На самом деле я шучу, так-то бы он пригодился, но. Это жестко. Пошла нахрен сюда. Костя, да, это. Чё? Попробуй угадать, что я нашел. Ну явно не АВМ. И ну не нет. 49. Нет. На калаш нашел. Нет. Да нет, это было бы слишком примитивно. Ну из одежды. Ну, броню в смысле. Третий армор. Вам 7,62 нужны патроны? Да. Да. У меня, чем правда, больше возьмешь, тем у больше. Меня 15 штук пока только, по-моему. Хоть что-то. Я бы не отказался. Он, да, скидывает. О, Юля, я... А, нет, не скину. Не искать. Костя. Что? Или... Этот... Или голографический на СКС, или точку. Ой, а если у вас удобно. Есть лишние, можете мне дать потом? А, ну окей, я скину. У меня просто есть темка, я бы не отказалась. А, кстати, мы в зоне. Радует. У меня есть бенз, но, наверное, он нам не пригодится. Что ли. Ой, знаете, чего у меня нет, блядь? Mm. Рюкзака и бучего. Ты еще его не нашла? Прикинь, нет. Зато я нашла точку. Блять, у меня нет места для точки, вы серьезно? Нахер идите. Так ты один сразу на оружие. Так там просто не берется же, когда у тебя места нет, надо что-то скинуть, напялить. Нет, напялить ты можешь и так. Блять, да. Даже можно. Блять, план забить, я тупая. Тут такая лежит, если надо. Я нашла рюкзак! Я рюкзак, я рюкзак. А там с патронами пусть? И еще я нашла вам эти. Я так понял. Патрончики. А я сейчас положу туда. Ой, я забыла, что мне нужно. А, если нужно аптечку, говорите мне. Зайдешь за К, нет? Да. Я дверь оставлю открытой. Привет, Джей. Не, я хотела зайти за... Отвлеклась. Патронами на калаш. А, ну зайди. Нужны аптечки. А если мы в зоне, а то... А что у вас по пустам? У меня есть энергетик. У меня тоже есть. Не так уж ты и сильно. Нет, у меня есть два энергетика и одно, один и бейсбол. Так лучше тебе? Да. Так, а вот он какой-то. Видимо, не были. Кому нужен коллиматор? К.
короче, коллиматор мне и так далее. Потом раскинемся, просто берите все пока что. Скар, нашел. Короче, у меня для вас 45 патронов только. Ну ладно. Хоть что-то. Он скинет ему чудику. На что? 72. О, нет, пожалуйста. Зайди в мой дом. Хотя у меня 60 патронов в целом. Да мне они не нужны, просто забери. Иди сюда ко мне. А есть 56? Нет. Ой, чё, а у меня только... Блин, если у вас есть 56 лишние, подкините, пожалуйста, потому что у меня всего 30 их. Вон, бери. 30 у тебя, говоришь? На. Ой. Спасибо. Стой, Юля. Нужен? Что? А, сейчас. Нужен? А, слушай, я вроде... А, ну ладно, возьму. Забери. Одевай нам. А у тебя бомж. У меня на эмке есть, если что, я вам отдам. Я на юз поставил пока. Это мне? У кого там телевизор? У меня. А зачем мне так много? Можно я заберу 10? Так надо. Ладно, давай. Все, Костя, мне все украли. Мне 40. Костя, ты где сейчас? Под домом. Ну я к тому, что я поделилась. Да не, я в смысле, вы сейчас в квартире? Я вообще. А на чем ты играешь? На компе. На своем? Да. О, с маской. Правда. Так, все, вы готовы? Я раскидываю. Кого? Раз мы никуда не идем. Давай. Аду раскидываю, что мне не надо. На сегодня все. Че, поехали? Мне? Я не знаю, подожди, сейчас я дойду. Тактическое это, на М416 или вектор, жопа. Я иду сейчас. Отстань, ничего не бомж. Не, ну она-то нормальная, но... Блин, она-то нормальная. Куда ты поехал? Ну, чё, ты к бабушке переехал? Есть такое. А никак нельзя сделать чуть-чуть потише? Можно. Чё? У меня то есть как-то открылось в игре. Чего? Так, мы едем в красный. Так лучше? Да, намного лучше. Спасибо. А там сейчас самое мясо. А я врезался в дерево. Дерево просто... в камень, чёрт, что ты врезался? Да. Давай. Такой засмотрелся. Поехали на аэродром? Не очень такая идея. Да нет. На него мало кто ездит. На второй тем. На первый, на второй мало кто ездит. Тем более он не очень далеко. Прям вообще недалеко. Кто его забирает? Костя. Окей. А я-то чё? У меня всё есть. А, ну окей, я-то. Вон я слива вижу, на 195 будки сидит один. Выстреливает, сюда стреляет, собирается. А где Айр? Вон впереди, впереди. Вон на горе. Тогда я его забираю. Лево, по дороге, хер. Я забираю. Да я понимаю, я прикрываю. Третий броник 15x. Кому третий броник нужен, берите. Давай заберу.
Я беру 15. А, не, пускай Юля забирает, забирай. Да я в смысле? Забирай, я пингую, мне не надо. А где тот чувак? У меня 15 тысяч. По дороге был прям. Все, мы забрали, все, поехали. Вот, ну, ты готов? Нет там. Я, да, берите. Кому? А, нет, я лучше 4 к себе. Блядь, быстрее! А, ну нормально, да. Их там двое, три. Я не знаю, минус 5. Он пока-то там любовался в свой 15. Вот, блин, реально, надо было просто сесть и ехать. Топло. Я уже там все посмотрел. Кто посмотрел? Так что ты сразу в тачку не сел, как только залутался, скажи мне. Не знаю. Ну вот и я теперь не знаю, где тебя теперь искать. На том свете разве что. Ну нет, я за вами смотрю. Не надо искать. А я говорю на том свете. Так, а я пока что буду дальше устанавливать. Звоним, и здесь могут сидеть. Так, пауза, чё? Расслабься, никого нету. Я буду дальше. Ты уверен, да? Калаш с патронами валяется. Поэт точно не пропускает. О, Котя, у тебя ТПМ клоу. Что у меня? ТПМ-ка. Там. Лёля, Кики, Чебупареки. Да так, конечно же. Приглашается на сцену. Как ладно, это пока что отойду. Блин, ты, Саша, поздно уже пришла. Хотя... Куда? Куда она пришла? Да, блин, она не видела. Так, ладно, я, короче, тут прилягу сейчас. Сейчас покажу. Смотри. Да. Дона. Чё? Дона. Блин, погоди. Вот, Саша, смотри. На фреске или где? Не понимаю. Нет, она на стриме. А. Вот, увидел? Сейчас посмотришь, скажи, что думаешь. Там есть 4 икс, и что-нибудь такое. Хоть только точки. Чё там зона? Где зона? Зона нам идти надо уже. Или ехать. Два варианта. Вариант лучше первый. Да, но мы сделаем все очень хорошо. Давай мы могли бы дойти. Только в горах там чуваки. Тем более лучше поехать. А вот и чувак бежит перед вами ровно. Я его даже не увидел, честно скажу. Я увидел, он слева был. Вот это Костя лагает. Я лучше, Юль, за тобой. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай вылезем. Блин, нас так взорвут, знаешь. Блять, я не стою. Беги, 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 просто беги куда-нибудь. Машина сейчас взорвется, нафиг. Блять, из дома фигачат, сука. Там слева еще где-то. Костя, ты же пингуешь точно. В смысле, Саша? А, ну, кстати, может быть, да. Я не знаю, это, короче, чувак делал у Маши в гости, приезжали на Хэллоуин, по-моему, прошлое или что-то типа того, и они делали, и, вот, и, наверное, да. Ну, я, короче, спиздила и сфоткалась, и прикольно, вот. Там у камня хер сидит, да? Решила, да, короче, использовать ее. Я бы сел в чашку. Да, зашибись. А, ты жив, что ли? Да. Там, короче, куча, там со всех сторон. И... Потому что зона уже маленькая, уже 36 человек. 35. Спасибо. Он сразу залупнулся на себя. Чё-то я угорела, просто фотка-то, ну, типа, старенькая. Я такая думаю, да я уже всё...
Короче. Делаю всякую дичь там у Порта. Forza Motorsport? Нет. Forza Horizon 3. В наших традициях. У меня... Это точка... А я что-то пробовал сегодня на Xbox катать, но как-то не мог подключить. Чё ты пытался? На Xbox поиграть, только во вторую часть. Не могу! В гонке. С рулем. Чё-то не... Что-то пошло не так, и он не работал. Костя покурист. Юля, у вас уже 11, да? Я не знаю, да, вроде. 0-1. Так, короче, еще. Надо, короче, вот без вот всех вот этих аирдропов всяких сраных дойти нормально до топ-10. Я сыграю пару раз. Хотя бы уж если уж аирдропы, то хотя бы не тупить там. Они... Я просто смысла не вижу. Опять залутать и стоять просто там, что-то разбирать и разговаривать, это такое себе, далеко такое себе прям. Ну, я тут не просто. Ну, обычно у нас получалось вроде более-менее забирать все нормально. Вот. Мы забирали, уезжали там же сразу. Ну, да. О, там было 15 икс. Да, это хорошо, просто реально там какой-то тупняк в конце вышел и... Это... Короче, это. Хочу сыграть просто нормально, потому что мне сегодня контры хватило, блять. А чё, вы сегодня весь день в КС были? Да. День вот. КС гол? Да. И, короче, хочу здесь нормально еще сыграть и пойти спать. Потому что я хотела пойти спать в 10, но, блять. Что-то пошло не так. Пойду в 12. Ну, мы тренировались. Потом все разошлись, и я решила, что я хочу немножко паба. Ты позвала с собой Костю? Ну, естественно. Ну, в Солянова уж катать ее. Нет, я могу и в Солянова ходить. Просто я знаю, что он бы не отказался. Конечно, если все разбежались там так быстренько. Как мухи на говно. Да. Ничего, когда матч начинается. Смотри, как мухи, которых согнали с говна. О, вот здесь сценочки сидит, вот прям вот здесь. Давай, БХ. Я тоже слышу. А, да. БХ, а, дайте я... У меня просто уши хорошие, мне нравится. Что слышу? Знаешь, что всем понравилось. Я нам про наушники говорю, не на самом деле, да. Мои уши хорошие, звучит странно. Вот двое от зоны умерли. Красавцы, вот там их двое даже вот здесь вот. Тут. Или они между друг другом стреляются, или это там двое патько здесь сидит, и одна стреляет сюда пойдет. Наконец умирает, о май гад. Может, возможно, меня даже зарашит? Все может быть. Мне кажется, знает один чувак, кто здесь, и все. Один? Да, который на камне был. Да. Снайперу камня, вот он знает. Остальные, скорее всего, позвал. Вот, прошел. Слева чекай. Мне кажется, ему было пофиг. Кажется, он вот здесь вот ходит, потому что я его шаги слышал только что. Все плохо. А, нет, у тебя зона. У меня? Ну, рядом с тобой. Вот круг тоже такой нано-пиздрический, конечно, около меня. Надеюсь, он затупил и пошел дальше. Может, шагов его сейчас не слышу? Может, он на контроле ходит. Ну, может, и ушел. Да, может, он вообще-то пошел такой.
И такой, ну нахрен, да. Жив и слава богу, да? Как я обычно делаю. Мы с Олежкой недавно катали тупо на Rush. Ну как, понравилось? Отлично. Реально, как-то в сейвово, если играть, то тупо брать топ. А чё, ты не на топ играешь? Да нет, просто по фану. О боже, блядь. О, сейчас Костя должен порвать. Тогда понятно просто, что ты там полгода с 15x делал. Вот здесь вот. Да, Костя! Его. Не все, блядь, заточены на киберспорт, блядь, как ты не можешь понять? Если да ты хочешь так, играть с киберспортсменами, то, блядь, нахуя мы тебе вообще все? Ой, школка. Надо бежать, блядь. Ох, тебя. У вас работа, это чуть посложнее. Слушай, ну заработай хотя бы платят деньги. Ну хотя, спорный вопрос, короче, я не знаю, меня бесила школа, но я ее любила, потому что там были классные ребята и было весело. Значит, тебе повезло со школой и с ребятами. Веселее, чем... Да, в принципе, у меня даже, ну, типа, некоторые преподы были классные. И мне школа понравилась намного больше, чем колледж, хотя я думала, что в колледже будет круто. Но если там не Саша бы еще пару причин... В садике думают, что школа это топ, в садике. Не, ну типа, просто вот прикинь... Я, короче, ненавижу все эти общие предметы, типа математика, физика, химия. Я вообще не знаю, как я закончила школу по вот этим предметам. Но в колледже я пошла, типа, специально на творческую профессию. И думала, что, знаешь, такой будет коллективчик прикольный, можно будет какие-то мутить проекты, еще что-нибудь. И прикол в том, что... Раз. Да, блядь, там просто куча говноедов какая-то была просто из всех групп. И единственные нормальные ребята, в основном, это были Сашины группы, и в основном, как бы, одна из лучших вещей, которая случилась у меня в колледже, это Саша, короче, вот. И, ну, и, типа, то, что я переехала. Не нажмите, вот. Пожалуйста, ройте. Сейчас, прости, я не вышла из меню еще. Вот. И это... Короче, обидно, потому что у нас в школе были ребята, которые... Вообще, ну, по сути, не творческий, ничего такое. И мы мутили с ними проекты, вообще прикольные, типа. И было классно. Поэтому, в принципе, мне в школе нравилось. Если не брать во внимание все эти, вот, блядь, замуты, типа, надо ходить, надо что-то учить. Я? Да. А чё? С вебкой, а чё? Ну это у меня пинг как бы бешеный, просто. Блин, я подожди, я не слышу, пока у меня грузится, я не слышу, что вы говорите. Как это? Ну вот сейчас слышу, у меня просто периодически там типа отключается ТС во время загрузки. Приоритет в процессе. Я понял. Ну как, даже если ты высокий ставишь, то игра у нее ставится на приоритетнее, все равно она будет. Она и будет тоже на среднем каком-нибудь стоять даже. Даже не на высоком, просто. Че, как у вас день прошел? Да, нормально. В КС-ке, блядь. Все идет. А, ну, по крайней мере, блин, результат есть. Потому что то, что до этого было, это грязь. Это просто грязь, реально. Это у меня, во-первых, АИМ, это я вообще не знаю, я до сих пор, вот я даже сейчас, пока играл, я видел то, что у меня есть банальные ошибки. Настолько блин, да банально. Костя, какой результат, блядь, если у вас был пинг, а мы ничего не делали до того. До того, как даже у нас не было когда еще пинга, как-то, но более-менее все шло. Но этого было недостаточно просто. Че, куда летим? Может, в жаркий? Какой жаркий? Это где? Там, окей. Да, вот туда. Я уберу точку. Если падать, тогда сейчас уже тогда. Дай. Ну давайте прям сейчас на дорогу. Где там точка есть? Все. Ой, надо все есть. Все всегда есть. Я лечу сразу на дорогу за машинкой. Я тоже, наверное, другую. Я на точку. А ты не долетишь же. Ну и что, зато я ближе, чем вы буду, как минимум. А я нашел машину, УАЗик.
Если я ничего не найду, забери меня, пожалуйста. Да окей, no problem. Как вы будете? Как раз по пути. Скорее всего. Я могу сейчас пару человек тут сбить. Давай аккуратнее только. Да чё, они безоружные? Ну да. Ну, кто нибудь пока, во-первых, а во-вторых, там... Ну, блин, я иногда удивляюсь с тобой, и рядом, типа, чуваки падают, но не с тобой конкретно вообще. Блядь, передо мной, короче, где это? Что это передо мной? Так, одного бомжа не собью. Нет, что это, гад, короче, где-то тут вот... Подожди. Я еду за тобой, Юль. Хорошо, я поняла. Передо мной просто, где вот Костя упал, там слева здание, и... в госпитале, короче. Там куча пидорасов. Так мы едем в жарки, это дальше. Я понимаю. Они просто уже падают и могут что-нибудь на... А, ну я вижу ведь. И всё. Короче, и, типа, я к тому... мы сейчас как-нибудь объедем, да и все. Я, короче, к тому, что очень часто чуваки рядом с тобой падают, и думаешь, что они еще не успели ничего взять. Они, сука, уже понабрали что-нибудь и пиздошат тебя. Это дефолтная тема, кстати. Хотя я даже не понимаю, как. Мне кажется иногда, что они читаки, блядь, и летают тоже сквозь стены, как я. Или как этот, как Олежка. Кстати, пока текстуры грузится, такое можно не говорить. Не, ну вот помнишь, у меня, ну, лагала игра, и я сквозь стены пройду. Костя, помнишь, как у меня? Да, я помню, у тебя то же самое. Я была на летающем ковре. Сколько у вас сейчас FPS? 43, 45. 45. У меня что-то 35 сейчас. 47. У меня 60 и... 54. Мне... Костя, а почему у меня 35? Потому что ты находишься в районе, где народу ты просто ты хуйлён. 38. И прогружается лут и так далее. Да, и прогружаются всякие вот эти вот дамма, херня всякая. А я хотела начать грустить. Там поле здесь никого нету, поэтому грузить нечего. 65, а вот сейчас 39.42. Ну, в поле это нормально. Так нет, у меня просто не было никогда 30. Просто, Юля, запомни, эта игра не будет оптимизирована, пока не будет у всех 60 FPS минимум. Ну я-то не спорю, я просто расстроилась. Это вообще... Тут можно сразу ГГ просто писать и квит в консоли. Костя, у тебя какая машина? Базик. А, тогда нормально. Ты к чему? У тебя много бензина? А ну, короче, мы с Юлей поехали вниз. А, тут дача есть. Хорошо. Все, Юля, высаживайся. А здесь что-то по 2-3 машины. Юля, иди вот на ту сторону, я по этой буду. Я пошла вот сюда. А, ты сюда, в смысле, хотя... Блядь, я не поняла, короче, да. Sorry. Ладно, забежи. Ты утаишься у берега, я буду здесь. Sorry. Он показалось, что у меня пинг упал. Как я понял, мне показалось. Сходу 8x, найс. Посадь пищу. Я тоже самое держу вкус. А, окей. Окей. Я на 8x. Второй. У меня на 8x. А, ну вообще жестко. У меня есть КС, какая. А, ну тут тебя, да. У тебя все отлично. А... или завтра на работу? Нет. Я, значит, я дам. У меня там надо завтра дело сделать, но... Что такое? Ну, кстати, за что-то не может быть и заплатить. Блять, да хватит тратить хп, пожалуйста. Юля, это у тебя такая клава? Это мышка. Блин, да, вот сорян. Там еще клаву тоже слышу. Да пофиг, да пускай лучше
у тебя будет шуметь с мышкой, чем мы не будем тебя слышать на самом деле. Это да я, короче, стараюсь уже не елозить, но у меня не получается. Да пофигу всем. Да пофигу. Катай. Как ты не понимаешь? Да я, кстати, вообще... сегодня, я сенсу уже сегодня пыталась настроить, у меня, короче, толком ничего... Да вообще, я тебе по секрету открою, это индивидуально. Я, например, тоже мышку не могу не поднимать, у меня, я не могу ее просто елозить. Я себя аутистом считаю, когда просто мышку по ковру ловлю туда-сюда. Именно пронести. Блин, чтобы, слушай, этот, знаешь, в чем прикол? Я же это играла как логитечевской сраной мышкой. А, ты ее тоже так возила, наверное, да? Нет, она у меня как-то не было такого, она тоже гремела, наверное, обо что-нибудь. Ну да, гремела. Так ты в основном, правда, к кровати водила, поэтому там не так слышно. Да нет, просто... Блин, я же не только сидела, я и за подоконником сидела. За подоконником, да, там слышно было. Ну, короче, либо это просто более массивно, ее больше слышно, потому что... Или... Ну, как минимум, во-вторых, там железные вставки, не забывай. А у той мышки ничего не было. Ой, хватит тьмарить, я знаю, что это мышка. Я не тьмарю, я просто по факту говорю, что у меня железные вставки. А у кого-нибудь есть патроны на калаш, возьмите? Если найдете. А, у меня есть, конечно, но я тебе не отдам, потому что у меня калаш. Тогда говори, что нет. Не, я тебе могу дать чуть-чуть, короче, не знаю, сколько у меня их, потом посмотрю. Чё дашь, что дашь? Чё дашь? Блин, что дал, что взял. А, уже звон идёт. Понятно. Это что было? Не надо звону. Паника. Да лол, хп не больно ест. Ну и всё равно, у меня 5 бандажей, только я уже... Так мы тебя скинем. Бензин берите, потому что я не буду брать. Так у нас есть дача. Ну, это, конечно, всё круто, но, типа, бензин все равно берите. Знаете что, у меня нет бензина. Того убить нет? Бензина нету. Нету. Окей, я есть еще. Я брал бензин. Возьму. Берите. Я тут аптечка большая, возьмите, пожалуйста, я дверь даже открытую оставлю. Три. Да пусть валяется, чё? Нет, нет, надо взять. Что ж, ты сказал, надо лизать? Я говорю, надо взять. А. Да. Нет, 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 нет. Послышалось, называется. Пожалуйста, не надо. Послышалось, так послышалось. Да-да-да. Чем так слышалось? Портфель нас надо. Я был за аптечкой из-за всякой херапкой. Че? Вот. В смысле? Да. Нам ехать очень далеко. Я бы сомневался. Кому это говорить? Знаете что? А? Я нашла коряку. Молодец. Опасная. Я ее отдам. Зачем? Оставь себе. Скорее, мне нужны аптечки. Ой, я нашла аптечку. Я бы взял коряку. Поменяла калаш. У меня калаш есть. У меня бустов нет. А, ну на патроны на калаш. Просто у меня 8x. А у меня нет бустов! Это. У меня в прошлой катке было много пустов, тут второй шлемак есть. И бармор второй. Я побегу сейчас за машиной. Беги. Ой, какой же нужный дробовик. В каком смысле? Да, да, дробовик машин. Все, я бегу за дачей, забираю вас и едем. Ешьте, ешьте аптечки. Вы не нашли еще бензин? Я нашел. Я делаю. А, окей. Ты же сказал, что не... Главное, Юлю забери, а потом меня. Угу. А у Юли буст? Или это хил? Помочь. Это я хиляюсь. Не могу вывести из дома, дурацкая. Я здесь, забери меня. ВСС есть, кому надо, возьмите. Ой, возьми. Я
не могу, мне некуда положить бананы, потому что у меня два оружия уже. Юля, пойдем заберем ВСС. Я ее возьму. Лучше я возьму, а ты коряку возьмешь. Да, лучше пускай у каждого будет по снайпе, даже если вы не будете уметь с них стрелять, они пускай будут просто. У тебя аптечки есть? У меня есть. Ну все, супер. Костя. А я пока что тогда съем маму. Дверь открыта, короче. Где? Там дверь открыта, увидишь. Иди сюда. Я тебе отдаю коряку. Забираю ВСС. И какие патроны нужны? А ВСС вот где? Метров. Чё? Я сейчас скину 9 миллиметров. 9 миллиметров на коряку нужно? Нет, на коряку 7,62. На. Спасибо. Я сейчас скидываю. Так, коряка. На еще. Спасибо. Коряка 8x, щечку. На тебе. Так. Ой, блядь, сука, надо. Ну, еще не 11. Время было 11. Сейчас, погодите. Доиграю. Сейчас. Да, готово? Подождите. Стой. Я умру иначе по пути где-нибудь. А тогда бандаж уже. Ну, я не знаю, минут 20. Все, я готова. Как получится? Мам, как получится? Я не знаю, как получится. Как же мне уже всё бесит. Чё ты, Костя, подглядываешь? Я не могу подглядывать. Я такой пинг, что ну тупо буферизация на всём и всё. Только на ютубе я бы смог, и то стрима, а видео именно. Я могу вам прицелы скинуть потом. Хорошо, во, мне на калаш нужно. Окей. Ой, у вас есть очень. Малые? Нет, у меня только бандажи остались. Это штук 5, наверное, максимум. Я тебя скину, птичек. Спасибо. Я думала, ты спрашиваешь, потому что у тебя нет. Да нет. Я просто... Спасибо. Обычно у вас мало аптечек, а я набираю, блядь, как лекарь какой-то, блядь, ёбаный. Костя, давай остановимся. Давай. Да можно было не вылезать, чё. Спасибо. Я же не скотина. Это ты мне бандажи скинул, что ли, еще? Да. Спасибо. Давайте, и ждите теперь, пока я не залезаю, потому что у меня большая имя. Да, окей. Борется долго. О, успел съесть. Парям. Лол, ни бустов, ничего. Да. Ну и бомжилы. И тупо попробую. Держу в курсе. Почему? А ты на карту посмотри. Так и тупо по прямой. А я что делаю? Едем, все. Почему мы не доедем? Потому что мне кажется, что это до хера ехать. Не вероятность очень. 50/50 просто в данный момент. Ну, нам просто придется еще раз остановиться, чтобы хоть как-то похилять. Там да, там смысла нету. Есть, пока еще есть. Вот когда третья, четвертая пойдет, тогда уже все, ГГ. Уже там уже прощайся с жизнью. Нет, еще только вторая. И она нас уже жрет с самого начала, держит курс. Слушайте, остановитесь, короче, вот когда у меня еще чуть поменьше будет, остановитесь, потому что у меня бандажи, и чтоб я успела их заюзать, короче. Сейчас вот до следующей дороги сейчас доедем, я там прям останавливаюсь сразу. Хотя нет, давай у дерева у этого, давай, да. Сейчас. Сейчас еще хотя бы один, наверное, или сколько? Ну скажется, когда будете готовы. Я просто не знаю, я она... Я забыл просто, мне некогда смотреть, когда... Давайте, ладно, поехали, пусть. Го-го-го-го-го-го. Едь по прямой, тупо.
А я всегда еду по прямой, будет, нашел кого учить. Да нет, кстати, мы должны... Сейчас будет кушать очень больно. Пока нет, но все равно неприятно. Не, просто Юля сейчас умрет. Ну еще через какое-то время надо будет еще остановиться. Это желательно было уже сейчас, потому что это ГГ, что вообще нет. Ну, блядь. Но это сильно так не помогает. Ну, сорян, что поделаешь. Уж что есть. У меня просто смолу бандажи, ничего больше. Мне тоже. Сижу как могу, отхиливаюсь. Ну все, го. Уверена? Нет. Просто не могу уже бегать. Ладно, давай. Поднимите меня, если что, наверное. Главное, да, доедь уже до белой. Вот сейчас уже доедем, вроде как. Ну так мы до белой едем сразу. Потому что нам в любом случае в нее ехать. Да, успеваем, отлично. Просто отлично. Да, так у меня один бандаж остался. Все, останавливаемся. У меня у самого один бандаж. Останавливаемся. Там кто-то стреляет, нет? Я не выстрелил, надо сесть туда, отлично. Ой, бандаж, спаси меня. Машина едет на катится. Меня. Где? Да вот это вот. Давайте раскинемся по фасту. Давай. Вот, держите. А, ну я могу вообще портфель скинуть. А чё? Дайте патронов на калаш чуть-чуть, пожалуйста. А-а-а. Слушай, у меня 40. Сколько у тебя их? У меня... 50. Ну, блин... А, подожди. Не в наемочку. Было бы вообще замечательно. А, прицелы никому не нужны, X2, я забираю просто это. Ну, оба? Нет, мне один только надо. А есть бандажик? Есть один бандажик. Никому не нужен. Ладно, я один забираю 2X, короче. На всякий случай. Тогда я точку оставляю. А, есть бандаж один, пожалуйста. Вам вот это надо? Нет. Спасибо. Ну, есть что-нибудь похиляться? У меня нет, я буду как... Надо ехать в зону. Зона плохая. Костя, зачем ты так много мне скинул? Да потому что мне не надо, я уже отхилялся. Вот почему, мы сейчас все равно лутаться будем. Дайте ласт бинт. Сейчас. Это так Юля уже. А там у нас... Хилер в данный момент. Лекарь. Лекарь, аптекарь. Че, поехали? Сейчас, погодите. Я дохиляю. Уж тогда. Да, ты не торопись, кстати, дохиляй просто полностью, как я тебя учил. Ты готова? Да. Все. Как думаете, мне скинуть портфель? Зачем? А потому что у меня только патроны и все. Да забей, ты. Ты думаешь, что не пригодится? Не знаю, все может быть. Вот тут в поле... Чё? Вы у меня провалились чуть-чуть в землю. Все нормально. В общем, ничего нового. У тебя пинганели. Ну или ты у нас, не знаю. Короче, это просто лучшая игра. Тут, кстати, лагокомпенсация, в отличие от КС, самая лучшая. Потому что, блядь, в КС, если компенсация она и есть, то она есть только для игрока. Он для сервера и для других игроков ее нет. Нету. Я говорю с точки зрения, просто мне нравится игра, но, блядь, вот эти всякие штуковины, это просто забей. Давайте тут уже пешочку. Подожди, мы заедем сначала и будем пешочку. Давай проедем уже мульту. Слишком страшно. Прям очень страшно. Ай! По мне, кстати, попал. Это плохо то, что он попал. Кстати, из дробовика. Из дробовика? Да, ой, аирдроп. Нет, давайте. Нет, да. Давайте. Да. Уверены? Да. А чё это забор? Ну ладно, пофиг. Не мне судить эту игру. Ироина? Чё?
Еще одна так. Точка. Надо, вы в курсе, да, что все будут лутоны здесь? Лутоны на калаш. Бери. А тут не лутона. Забирай что-то. Третий броник, лол. Ты тупишь-то. Найс. А я не тупишь. Попишь? Не тупишь. Попишь? Нет. Может как-нибудь аэродроп забрать? Ой, едет кто-то. Нет, баги едет. Проехал. Там два чувака. Кто дверь открывает, Юля, ты? Это я. Это кто стреляет? Я. Я в одного попал с коряки. Так, чекаю. Туалет. Так, мне, короче, нужны носики на аэро и сэр. Ой, вот это да. У меня самого нету. Как думаете, забрать дроп? Куда хочешь. Просто если пойдешь, то тогда скажи, мы тогда попробуем прикрыть. Прикрывайте. Подожди. Юля, стой. У тебя нету больше, да? А, возьму. Кого? А, спасибо. Лутаю. А тут автомат Томпсона. Томпсона только был. То есть патронов даже не было. Еще тут, есть баги. Еще баги. Баги. Мим проезжает. Нет, по горам. Встал на горах. А ВСС это типа скорострелка, опасно, да? Да. Просто она 9-миллиметровая. То есть, ну, это как типа как Скар, только не Скар. Как Скар, только хуже, да. Ну, блин. Да. Я просто, на самом деле, для меня это было приятное удивление, потому что я такая думаю, бля, сейчас бы стрелять по одному патрону, и такая думаю, ну ладно, понажимаю в надежде, и такая просто начала хуячить, и приятно удивилась, что... Да. Мне надо в свой дом жить. Юля и этот самый Путин. Вы плутайтесь, короче, потому что один дом, я так понимаю, будет залутан, второй мы залутали. Вот, я в этом. Да. Лутайтесь, потому что здесь все нормально. Здесь пока все чисто, но сюда сейчас придут. Я автомат Томпсона забрал, ну, точнее, не забрал, то, что он не нужен. Он там в аэродропе валяется. Если вам нужен, идите, забирайте. У меня М-ка, я думаю, вряд ли кому-то нужен Томпсон. Второй рюкзак надо? Нет. Да нет. Еще один второй рюкзак. Тут вторая броня у меня в домике есть, если кому-то надо. Да нет, уже не надо. Уже все есть. Юля, а что у тебя за автомат на втором оружии? Калаш. Калаш? Магазин это есть? Ты? Это ты? Это я. У тебя есть на нем магазин? На Амазон, конечно. А? Вроде нет или есть? Но я не обращаю внимания на это. А. Кто-то стреляет на... Юля, подбери. Сейчас. Кто-то справа стреляет, блядь. Я чекаю более чуть-чуть. Пускай стреляет, они тебя не видят. Я знаю, что ты там? Я чекаю более чуть-чуть. А, кстати, так у меня есть. Костя, ты слышишь шум, который у тебя? Как понять? Ты слышишь шум, который... Ну, от телевизора твоего. Очень на НВ в домах есть. Кстати, мы в доме. Допустим, World. Тут сейчас будет топ мясо. Вижу одного. Попал. Ты стреляешь? Да. Я скоро попал ему в ногу. Вот удачу вижу. Примерно на НВ. Где? Это у вас. Стрелка 50, там, кстати, воюют уже. Там воюют очень жестко. Чё? На горе будет 345. Короче, сзади нас гора, которая... Поэтому осторожно. Я буду ее чекать. Максимально серьезно не брал. Один в дом зашел, если есть пса. Окей, я чекаю нашу спину. Тут
тачку полезешь, попробуй что-нибудь сделать. В тачку полезешь? Ты в тачку полезу? А. Чтоб мне или показалось, или возле меня тот чувак бегал? Возможно. Но мы стоим на месте, мы даже не шевелимся. Я слышал шаги сзади моего дома. Значит, у тебя там чувак. Так, у меня тут дед... Где-то на горе, короче, на 120. Я их не вижу, но слышу. Да мы всех их слышим. Я просто делюсь, я хочу быть умной. Информейшеном? Да. Ой-ой-ой. Война миров. Да не только миров. Дебилов тоже. Сзади, короче, есть. Сзади вашего дома там чувак бежит с зоны. Сзади это где? На 150 ровно один. 150. Ой, да, я вижу, я вижу. Он убежал, он вне моего поля зрения, я его не вижу. А я не вижу. Стреляй, нокнутый один. Умер. Сзади вашего дома. И моего где? Тоже там. Там, ну, сзади где-то. Слышал просто. Сзади, это где? Какие координаты? Сзади. Где-то N примерно. N? N. У них у одного там гроза есть. Прямо на 345 двое. В доме, второй этаж. Ой. Одного убил. Юля. Хлопани кости. Куда ты ушел? Нас рашит. Вас рашит? Нас, по-моему, рашит. Кто-то бегал. Давай, блядь. Пожалуйста, быстрее. Ну, Костя, я... Прости. Не, лучше хлопать. Я схильнусь и побежим, кстати. Нам бежать надо. Держу в курсе просто. Ну просто возле нас чуваки есть. Просто типа сейчас ты ничего все равно не сделаешь. Тебе либо выходить надо, либо сосать. Костя, возьми тот шлемак. Подожди, где лежит? Я не знаю. Это тут есть стопудово, я уверен. Чё, куда уходить? Тут рядом стреляют. Идём. Вон каска, Кость, иди сюда. Иду. Вот там, в комнате. Слева, побежали, слева. Побежали. Да нету здесь кепка только. Каска валялась тут только что. Кепка это лежит. Блять. Ладно. Куда бежать-то надо? Думаю. Слева. Набор. Убил. Сорян, Кость. А сорян, там их двое было вообще. Ты одного убил, да? Да. Там их двое было. Сорян. А я тут ни при чем, ты по факту Юлю не спас, а не меня. Ну, типа, он начал стрелять, я оборачиваюсь, его убиваю. Ну, красавчик. Я не успел. Ты все, что мог ты сделать? Костя, а, блин. Печка есть какая-нибудь хотя бы мелкая даже, что угодно. Нету. У меня у самого на калаше и на каре. Беру у тебя на калаше и на каре. Точка. Я говорю, аптечка, но точка. А, нету, у меня есть один бинт. Он все, что могу дать. Нет, на. Давай. Просто с таким количеством хп это... Кажется, в траве кто-то ползает здесь вот, чуть подальше. У дерева, не? Не знаю. Это казалось. Я просто не знаю, мне обычно, когда что-то кажется, я перепроверяю по 100 раз, потому что в основном мне не кажется. У нас хаешка пролетела. Вижу одного бомжа. А, вон вижу двоих, да. Все, я понял, о чем это. Тут прикол в том, что нам туда же надо двигаться. Держу в курсе. Так, стой, там их трое вообще.
Блять, я не хочу даже стрелять, честно скажу, потому что надо их трое. Они тебя с холма увидят просто сейчас. У холмов есть глаза. Ой, все. Ой, внизу еще. Сейчас они будут стреляться, сейчас, смотри. Как стреляются? Ползли, нам пиздец же сейчас. Ну все, ласт. Ай-яй-яй. Я побегу. Он каленый, каленый, блядь. Тихо. Он каленый за деревом слева у тебя. У тебя аптечек нету, туда лучше выцелил. Хер с ним, он никого уже не поднимет. Один в один. Вот он, вот он, вот он, вот он. Ну ладно, похер. Там не один в один. А, ну, сорян. То, что мы тут сделал. Не очень красиво. Да похер. Я выикнул, нормально. А я четверых убил. Красавчик, у меня один килл всё. Ау, блядь. А я как лошара, блядь. Через час, да? А, через 20 минут. Ну давайте еще каточку хотя бы. Не, я все. Все? Ну ладно. Ну тогда мы сели в дуэль, или ты не пойдешь дальше? Я все, мне спать уже. Ну, точнее, в душ спать. Хорошо. А ты, Юлька? Ну давай еще одну. Ладно, давайте, пока. Спокойной ночи. Удачи завтра в школе. Ой-ой-ой. Не очень. Ну, завтра всего 5 уроков, поэтому... Сделал все уроки. Я решился, когда у меня 5 уроков было. Не, ну 5 это не 8, блядь. Я вешался, когда было больше 4, потому что 4 это максимум, что я могу именно выдержать. Mm. Прям вот именно максимум, это предел. Не, ну, у нас же сейчас будет по 7 уроков, поэтому 5 это кайф. Типа просто 5 часов держу в курсе. 5 часов? 4. Плюс перерыв. 5. А, ну если с перерывами, то... Перерывами даже 5. Там же по 40 минут урок. 40 минут 45. И 45 минут, ну... да, и 15 минут перерыв каждый час. Ну, короче, почаще. Ну, в какой, какой школе, как, в каких-то школах перерыв 5 или 10, в каких-то 15 или 20. Давай. Ладно, давайте пока. Отдыхай, да, учись. Да. Завтра покатаем. Угу. Учи физику, чтобы не быть таким аутистом. Хотел сказать, как разработчики, но не успел. Что ты овер собираешься покупать, нет? Овер? Овер, да. Нет. Да нафиг он мне нужен. Редов, а знаешь, может, тоже? Ой, я забыла. Чё там Life is Strange? Что там рассказывать делается? В смысле? В смысле, мне интересно, я его буду, конечно, проходить все равно, но все равно расскажи, что там за приколюхи-то. Да просто я... Макс могла временем управлять, а чё умеет хуя? Блин, короче, прикол в том, что я чисто запустила и прошла, наверное, просто первую, я не знаю, до первой записи в дневнике. Ну, типа, да, грубо говоря, до того, как... Пролог. Ну, грубо говоря, да. Я не знаю, как правильно это назвать. Ну, до пролог, появления... Ну да, что-то... Хотел сказать первую миссию, но это реально пролог. Это ж как книга. Ну да. Кинцо, я бы даже сказал. Не, пролог. Ну круто. Мне нравится. Конечно, капец, я с тобой пообщалась, и теперь я смотрю на все это как на мыльное дерьмо из 2007-го. Но... задумка такая просто. Ну, так она специально, да, такая. Я просто именно к тому, что как двигаются персонажи, как они вообще рот открывают и говорят, но, блин, она... она атмосферная, она крутая. Она прикольная, там задействована мимика, это очень важный элемент. Ну да, то есть, ну, блин, я к тому, что если сравнивать это с каким-нибудь, я не знаю, Детройтом, то... Ну да, там вообще прям кино-кино, тут мультик считай. Ну да, но мне нравится Life is Strange. Да, да. Вот, я не знаю, подожди. Давай в гадку. Давай в гадку. В гадку.
Короче, я прошла пролог, там прикол еще в том, что там очень не то что много, ну много разговорного английского. То есть он понятный, офигенная озвучка, все как бы все дела. И я как бы понимаю, просто иногда тебе. Только нет русского, да? Ну, русского. Ну, меня, короче, это не пугает, но знаешь, в чем прикол? Сложно, потому что тебе и так-то надо как-то, ну, не то что загадки разгадывать, а в плане как-то проходить игру. А тут еще, вот у меня был случай, я тут на самом деле, бывали моменты, когда я просто тыкала, но не то что наугад, не то что, короче, я понимаю перевод, но как бы в плане того, что ты иногда даже на русском выбираешь, там, короче, Хлоя, она типа... Как сказать, где-то я читала описание. Короче, она выцепляет слова собеседника и использует их как бы против него. Вот. И она такой типа, мастер диалогов и все такое. Ну, как я это понимаю. Вот. И Макс тогда там со временем мутил всякую фигню. А она просто ты выстраиваешь правильно диалоги. И вот там, типа, первое. Миссия заключается в том, что тебе нужно попасть на концерт группы, а там тебя охранник не пускает, и тебе, короче, надо с ним сначала поболтать. Перематывать она не умеет, да, Никита? Она не умеет перематывать, по-моему, она умеет чисто... Там, как просто обучалка была, то есть он тебе говорит что-то, и там выделяется какое-то основное слово из этого предложения, и тебе нужно его как-то обыграть так, чтобы с ним в итоге договориться, чтобы он, допустим, тебя, ну, не знаю, там, пустил. Вот. В итоге я такая думаю, а, ну все, зашибись, и... Ой, третий рюкзак у меня. Капец. О. Чё? А второй. И, короче, прикол в том, что я такая, ну, как бы понимаю, такая, да, да, окей. Чё-то мы такие, там... разговариваем с ним, и тут я такая выбираю, короче, там, в принципе, непонятно даже на русском-то иногда, как ну, это да. все. То есть там такой выбор, знаешь, неочевидный, то есть ты можешь ну, как да. бы и так выбрать, и все такое. И, короче, там были моменты, когда я такая, так, ну, я, короче, вот выберу вот это, потому что это подходит, как, знаешь, как положительный ответ, типа, не дерзкий. Блять, а в итоге она, короче, выкручивает это так, как будто это, не знаю, там, сарказм, допустим. Блять, а откуда я, блять, знала, что это, короче, в итоге выльется в отрицательный ответ, хотя я, типа, хотела положительный. И я такая, блять, ну это же как бы переводится вот так вот, допустим. И она такая, ну, говорит вот это... Она всегда же дерзкая, там, пофигу. Нет, это понятно, там просто есть ответы, которые такие, знаешь, нейтральные, чтобы по морде не получить, а есть такие супер дерзкие. И мне нужно было, короче, выбрать ответ, потому что, ну, такой, знаешь, нейтральный, потому что я пошла по этому пути. Подожди, а ты в этот дом заходил, да? Такой, да. А, блин. И, короче, я что-то такая выбираю, думаю, ну все, сейчас вроде должно все зайти, все окей будет. И она, бац, выдает такой, короче, неожиданно резкий поворот. Этот выбесился, чувак, и я такая, блядь, сука. Это совсем не то, что я хотела сделать. Вот. И из-за этого еще бывает отчасти не... понятнее и сложнее. То есть даже, типа, не столько из-за английского, сколько из-за просто каких-то, знаешь, там поворотов просто. Вот. И еще из-за того, что ты привыкаешь играть за Макс, который с временем там балуется, да. Да, это ничего не умеет. Не то, что ничего не умеет, у тебя она как не бы... умеет, но я имею в виду, у нее нет сверхспособностей. Ну да, мы она просто... первую часть. Она как бы вообще немножко... по-другому действует, и это тоже тебе немножко как-то, не знаю, в ступор вводит. Вот. Так, я просто подумала, что... А ты вот этот дом уже чекаешь, да, большой? Да, какой? Четыре икс. Я нашла 4 икс.
Пошел в коряку. Я тебе... А тебе нужна... Надо 4х на коряку? Пока что надо. Моя любовь! Угадай, угадай. Откуда ты угадал? Там. Что у меня? Я не отгадал еще ничего. А, мне показалось, что ты что-то ответил. Ладно, забей. Я ответил, что я не знаю. А, да? Мне... Забей. Я послышала, что ты что-то сказал, я такая... Подумала, что ты понял. Угадай, угадай. Пожалуйста, угадай. Это же логично. Нет. Еще жестче, не все понятно. Нет, не еще жестче, это просто топовое сочетание, короче. Вот. У меня сейчас топовое сочетание. Ты, наверное, глушитель нашла, не? Да блин, радовалась бы я так глушителю. Знаешь, что я знаю? Тебе нужна М-ка? Скар мне не надо. У меня тоже скар. Но я знаешь, что я первая нашла? Вот, есть? Смотри. Ой, какие вещи. На этой штуке. Что это такое? Глушитель. Да ладно? На него можно напялить глушитель? Конечно можно, на снопу, но это очень редкое. Блин, да я очень часто нахожу глушители, которые только для пистолета подходят, и меня это бесит. Ой-ой-ой. Короче, надо... 4х, если тебе не надо. Я поменяю точку с тобой. Ой, ну не знаю. Тебе же надо прицел какой-то на второе оружие, правильно? Правильно. А, у меня... Ну, на, держи. У меня есть голографический, хотя точка лучше давай. Вот давай тогда голограф еще мне. Ты же мне нужен, правильно? Все забираешь у меня. Так тебе он не нужен, у тебя трусов, на одном есть уже трусов. До трусов раздел меня. Конечно. Как цыган. Ой-ой-ой. Блин, как ты сегодня приназарил? Ты смешно приназарил Авапу, короче, сегодня. Вадим убил Диму, у Димы выпала Авапа. И потом да. Вадим обошел, хотел Авапу забрать, потому что ты куда-то сныкался. А ты... пошел сразу за Авапой и никому ее сказал, говорю, я никому ее не отдам. Скоммунистил такой и убежал просто. А я ее взял, выкинул, пошел за калашом, думал, что калашом уже... Подожди, Костя, Костя, приляг, пожалуйста. Чего там? У меня сейчас батарея сядет. Я думал, тебя задонили. Ладно, я сейчас приду. Да, сейчас. У меня даже доната нет, успокойся. Ой, как ты можешь... Ой, в смысле стримить. Играть-то ладно, стримить-то как ты так можешь. Да зачем мне... Зачем? Я чмо, мне не надо донат. Да, ты прибедняешься слишком. Только-только если на... Блядь, на Чичи. Хуй-ёй. На Чичи все будут кидать. Все любят Чичи. И ты Сережа тоже. Понимаешь, что такое Чичи. А? Никто, кроме тебя, меня и Саши, никто даже понимать не будет, что такое Чичи. Ну поверь, я если буду собирать, я напишу, что. Я напишу так, что все поймут. Эй, а где моя точка? Я в рюкзаке должна быть. Дай в рюкзачке, все. Every night in my dreams I see you, I feel you. Hey, you ain't G. Yeah. Еще будет, трюки найдут. Нет! Да. Я их обожаю прям. Там кто-то стреляет по нам. Ты не по нам. Ты уверен? Да я бы услышал, если бы по нам стреляли, поверь. Ну там может кто-то кривой. В твоих-то наушниках я бы услышал. Ну справа кто-то стреляет. Ай, хер, пускай стреляет. Да, едем. Может, метку поставишь? Не хочу. Пойдем сюда. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот теперь точно. Да, теперь у нас. Костя, уезжай.
Уезжай. А я чё? Ты плохо уезжаешь. Ё-моё, это что такое? Нужно, нужно лучше уезжать. Блять, это там тюрьма, ну нахуй. Поехали сюда. А, придумала такая. Ой-ой-ой. Готова к этому? Кому? Вот к этому. Дороги здесь кончены. Как, по России? Да. Ну так это ж типа Пернараша. Я вообще думала, что это русский чувак делал. Вот в команде есть? Это бабушка быдала, короче. Блин, короче, мы что-то едем, и там какой-то хостел или гостиницу назвали Манхэттен. И бабушка ей такая, вот, типа, все так любят, ну, типа, Европу, вообще Запад, типа, что за фигня? Почему не называют ничего русскими именами? Ну, типа, а я что? Такая... Москва? Блять, я такая думаю, блять, в смысле? Я говорю, блять, Манхэттен. Она говорит, типа, все так звучит, типа, я такая, блять, Манхэттен звучит круто. У тебя ассоциации, короче, не говёные какие-нибудь. Вот. Пойдем в этот дом. Надо каждый залутать здесь. Что-то нам не хватает, откуда мы знаем. Ну, по крайней мере, мне не хватает для полной сборки. Вот, а, короче. Сейчас, погоди, да расскажу. Вот, я такая, типа, блин. Она такая, нет, чтобы назвать что-нибудь, типа... И почему там никто не называет? Я такая говорю, да потому что у нас бабушка названия какие-то, блядь, ушлёпские. А, вот. Так и есть. Ну, не все, как бы. То есть там... 99,9. Типа так. Санкт-Петербург, ну, типа, Санкт-Петербург. Это, типа, город. Есть в этом... В Америке же город так, есть тоже. Что-то, да, есть, но, типа... Бензин надо такое. Брать? Ну, чтобы у каждого по канистре было, каждую катку разделяем. Вторая каска, если надо. Где, в твоем доме? Да. Я обижать. А, да. Приехали. Проехали. Вот здесь каски будут на кухне. Короче, вот, она такая, нет, чтобы назвать там, типа, как-нибудь просто, типа, колхоз. Я такая, блядь, что за хуйня? И она такая, блядь, просто такая, говорит, я был в колхозе. Я такая, блядь, я просто представила, такая, думаю, охуенно, как, блядь. Это совковое воспитание, там, прочищено. Да, блин, да нет, типа, как бы она, конечно, про колхоз пошутила. Ну, типа, блядь, это просто так звучало, я просто представила, как иностранец такой приезжает и такой, я, блядь, был в колхозе, и охуенно просто. Это ты? Да, это я спрыгнул. Можно, в принципе, засесть куда-нибудь. Давай это сядем в одном... В одном доме. Доме. В каком? В этом доме, в этом, в котором мы... Так, стой, иди сюда, на эту самую гостиную. Что тебе угостить? Гостиную, говорю. Угостить. Слышишь, иди сюда. Блять, я испугалась, там куст, я испугалась куста. Где ты, блядь? Блять, Костя, да я только что из этого дома, блядь, пришла. Я ж только что сказал, что в этом доме, в котором мы сидим, надо остаться, ты чё? Да я не поняла, что это конкретно, ты куда-то улетел уже 10 раз. Убирай, что надо. Ничего мне не надо от тебя. Такая треугольная штука у меня уже есть. Забери это. Забери это все себе. Мне это все не надо. Только поэтому и скину. Мне не надо. Я шучу. Машину слышу. Знаешь что? Конечно. Это значит, что ты не глухой. Только мне нравится то, что это мотоцикл, во-первых, а во-вторых, там за камнями, точнее, чел.
По один либо там два целых. 20? 2. Да, вон он ползет. Я смотрю в сторону, которая 75. Е. 105. Это никто не идет, это я просто цифры говорю. А, 285-300 один человек. Он зуб в траве. Жуки вонючие. На где? 285-300, вон он. Там я вижу. А у меня угол обзора немножко другой, я не вижу. Блять! Я попал там. За камнем еще есть. Ну, такой, я там и сказал. А, да, мне послышалось 375 просто. Ты, короче, левую часть камня смотри, я правую. Мне кажется, он уже ушел. Блять. Да, да. Сейчас, он слева, да. Я его не вижу отсюда. А, так он совсем прям с другого угла стреляет, чтобы я не видел. Ой, блять, сверху немножко. Так, я немножко ранен. Следи за ним. На. Чё, убил? Нет, там мотоцикл садится, уезжает. Катина уехал. Он Костя, уехал. У тебя есть бандажи? Мне нужен один. Подожди, он не уехал. Так. Аккуратно, не сиди здесь, проходи. Он едет обратно. Спасибо. А зачем так много? Потому что у меня их 20 было. Куда ноль? Но мне нужен был один, крошка. В зоне. Обратно едет. Че, налутался, похилялся? Да, походу. Или мимо проехал, да, мимо проехал. Послышите ли под нами кто-то есть? Вообще это вроде я хожу. Но я не знаю. Аэродроп недалеко. Ой, давай без этого. Давай. Я еще не похер. Не бутик, чтоб стоять там. Смотреть, рассматривать, пострелять. Это ты? Да-да-да, я тут по дому хожу. Че пугаешься? По дому я хожу, дверь, если услышишь, когда открывают, то тогда ты поймешь, что это враг. Да я даже не могу зону посмотреть. Да не надо, мне так жаль. Только на delete нажми, чтобы этот... Удалить? Песня. Ой, у меня армор коцанный. У меня армор. Это кто дверь открыл? Это я. Чё, бустов нету, да? Нам нужны бусты? Я ищу армор. Я ищу армор. Армор вот здесь, по-моему, лежит, да, вот он. Сейчас. Знаешь, пусты?
Да. Молодец, вот здесь армор пойдем. Он лес. А зачем мне бусты? ХП до сотки восстановить. Бусты это как бупс, только бусты. Причем не сука. Все мысли только о читах. Я не восстановлю. Подожди, если я буду бандажи юзать, они заюзаются? Нет. Нет, конечно, ты же не раненый. Когда белый хп, это твой фул. Только тебе что-то не хватает. Что-то какой-то не фул. Тебе для этого нужно бусты юзать. Фул, прям фул, это серый хп. Это ты так? Бегаешь? И по дому, да. Ну смотри. Если ты траву, то тогда это не я. Траву. А вот тогда это не я. Под нами кто-то есть. Я помню, что не вижу. Сейчас кто-то шевельнулся по траве, по-моему. Знаешь, чё? Чё? Только на этот самый дом. Куда? К дому. Куда? К дому? В зону. А. Да у тебя там заорал в телеке что-то. Да. В доме есть кто-то? Я не вижу. Хочешь, можно прочекать? Да, только как первый не ходить. Да, в смысле, каким-нибудь вторым идти, что ли? Чтоб тебя слили именно? Да. Чё? А, мы не в зоне, блядь. В зоне, да. Я, кстати, по-моему, отсюда и ехали. Примерно. Все дома. Да, мы тут проезжали мимо. Я вот эту херню, по-моему, сносил наполовину. Короче, мимо мы тут проезжали. Тут, кстати, есть хер какой-то, видишь? Тут баги стоит заведённый. Угу. Готовься. Я вижу около дома на 210. Башня пробежала. А мне вообще не видно. Машина едет. Где? Куда едет? На 120 примерно, 105-120 ехать. За камнями, вон вышел чел. Двое. Подожди, я не вижу их кости. Да, вон окна. За камнем, прямо передо мной на 75. На 75? Да. Лоу хп. О, я вижу. Видишь? Да. Блять! За камнем еще кость на 150. Да, того я покоцал. А все, их убили. Костя, подними меня. А того ты убил за деревом на 75, который был. Еще бежит к тебе. Где дым? Ай-яй-яй. Блин, я хочу поползти к тебе, но я не доползу. Дайся. Блять, да вот, сука, вот не надо. Тут дерево, да? Я не знаю. Да, это дерево. Это джи. Он напали, короче.
входит. Он, блядь, еще. Смотри, смотри, смотри. Они друг с другом воевать будут, скорее всего. Подмастили мне. Он еще, видишь, бегает? Ага. Двое, блядь. Двое. И он туда надо. Далеко надо. Ты так пошел? Кажется. У меня была большая аптечка. У тебя есть аптечка, да? Что-то похожее на аптечку у меня есть. Идеал там одного убил. Я умираю, Юля. А ты успеешь. Это скорее всего. Это и проблема. Успеешь. Ты жопу. Блять, начну. Я же говорю, успеешь. Зло просто на самом деле. Хотя на секунду. Я помню, зона полетела, у меня вообще не было аптечек справа. Вон там. Вон, видел? Нет. На 345. 345? Там? Вот там, немножко на... Вон, видишь, за камнем там? Да, 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 вижу. Он на меня смотрит, да, он на меня куда-то упускал. Да ближе, кстати, стреляет. Чё он не умирает? Да, у него попадет духу или он. А ты что? Да, за дерево еще. Которого ближе, который я как и говорил. Вам бежать надо. Ну, Костя, на холме. Найс. Ха, ты скотина, боже, ну почему я такой тупой? Да забей, они просто со всех сторон. Я просто сказала, чтобы тебя зона не убила, потому что зона это обидно. Зона это еще обидно, да, лучше пускай убьют. Я просто не знала, что слева есть, а вот справа и вверху были пидорасы, а этого я не видел. Я знал, что там двое. Просто добил на них и побежал. Но это... Так, всё ты? Или еще будешь? Я не знаю, сколько время? 12 уже. А почему реварды не... ...просились по неделям же, нет? Что? Понедельник сейчас на сколько? Да, по идее. Да, а чё ревард не сбросился? Какая мерзкая штука. Я сейчас два купил, наверное, или два купил бы, либо один, и еще бы там 100 очков не хватило. Ой, у меня только за 2800. А у меня 4200, а должна быть за 700 первый. Первый день недели. Так, ладно. Ну, ладно. Давай еще раз. Давай. Да, на коряке, когда глушитель стоит, это вообще такая имба на самом деле. Я просто не знал, что на нее можно стоять. Можно. Просто очень редко найдешь глушитель на снапу вообще в принципе. Ну да. Такая мерзкая маленькая штука. Про какую штуку? Про шлёп, что ли? Нет. Как шлёп? Нормально вроде. Нервничает, правда, поэтому спит целый день. Пресс. Ну ты с ней спишь? Естественно.
Миленько. Тогда пускай не нервничают. Падаем. Не знаю. Сейчас думаю. Полетели куда-нибудь сюда? Давай. А когда прыгать? Как вариант вообще, давай в призон. Только падает. Сейчас падает. Ну что зависло-то? Нажми делить, пожалуйста. А чё мы? А я думал, мы дальше полетим. Зачем? Мы тогда точно дальше приземлились, чем надо. Хотя бы шанс есть. Куда ты летишь? Я лечу куда-нибудь, где транспорт есть. Держу в курсе, прямо перед нами пачка есть. Супер, мне лагает и... Нормально. А, боже мой. Они оккупировали дома. Я бегу на дорогу. Беги, беги. Она не близко. Ты только не лезь туда. Я постараюсь. На самом деле, я никогда не лезу первым. Единственное, что может быть, это если они за мной побегут и будут стрелять. Вот это вот будет жестко. Ты там что-то нашла, да? Да. Просто не признаешься. Не буду тебя признаваться ничего. Ой-ой-ой. Я нашла калаш. А говоришь, не будешь. Вот это тоже неплохо. Как я люблю лутаться в каких-то боссовых маленьких домиках. Как... Которые до хера всего имбового, да? Да. Да, и такое дело. Зря недооценивают их многие просто. А я часто так закупаю... Ой, закупаюсь. Уеди. Я тоже частенько, когда в маленький... Тебе не нравится, там, когда я тебе... Да. Тебе не нравится, когда я тебе в чём-то признаюсь? Да нет, почему? Просто ты сказала, что не будешь. Я вредничаю. Тоже понял. Ну я могу не признать... Всё, не буду тебе ничего говорить. У меня для тебя подарок ещё есть. Какой? Ха. Я подобрала М-ку ещё. Ты оставь пока что, я найду что-нибудь. Да у меня и калаш, и эмка, нахрен мне не надо, все вместе. А так вам, мы уже никуда не идем лутаться. А что, обратно бежать надо? Типа, зона видишь, где находится. Ну да, бежим тогда к зоне. Да я сначала машину найду, пожалуй, а то меня тут... Бить хотят так-то.
Не лагай, пожалуйста, говнище ты сраный. Игра такая, дело-то не в компе. Да я на компы не гони. Я просто иногда напрягаюсь и расстраиваюсь. Но ты же мне сказал, что это дело не в этом, не в компе. Поэтому я уже не перестала расстраиваться. У меня, короче, армор, каска, бандажи, эмка, калаш, сказка. Заутался тут каких-то маленьких сральней. Так, я бензин не буду сейчас брать тогда. У меня портфеля нет. Выбери пока, куда поедем. Я выбираю, подожди. А как мы летели? Мы летели вот так вот через руины, да? Да, да. Можно куда-нибудь сюда или вот сюда. Блин, я низко сижу, у меня рука затекает, я ее не чувствую. Именно поэтому я люблю повыше сидеть, но главное, чтобы типа это ноги под стол можно было убрать обязательно. Да блин, это не сравнится с тем, как я сегодня пиздошила руку и потом просто не чувствовала ее на мышке. Вот это вот было. То, что так. Да и, блять. Я бесилась на себя. А я тут почему? Ну, в смысле, я, короче, бесилась на себя, а потом приплюсовала еще твои слова, что моя стрельба это полный рандом, я поняла, что я говно. И потом каждый раз, когда промахивалась, это был пиздец. А еще Саша начинал нагнетать ситуацию иногда. Вот, и я... Вот потом, особенно когда второй раз. Там вообще, в принципе, в купе было все. Я думаю, ну пиздец, пиздец, сука. Короче, я подгорела от всего. И не хотела играть больше. Ну и, короче, допиздошила свою руку так, что она стала красной. Ой, там, видишь, справа чуваки едут. Нихуя, пускай едут. Лучше, чем нарываться на кого-то вообще. Сейчас подлетим немного. Лут она. Да? Да. Да дело... А, у тебя же вообще лута, да, нет? Ну да, такое. Тут, кстати, тоже кто-то есть. Ой-ой-ой. Топ-новость, бензина нету. Ну ладно, пойдем в те дома. Я сомневаюсь, что там чисто, ну давай попробуем. У нас выхода особо нет. А, Кость, погоди. Погоди, погоди, иди сюда. Падай тут вот. Тут рюкзак есть. Возьми. И пистолет.
Блять, я думал, это ты, сука, тут пидорас бегает рядом со мной. Он был, кстати, один совсем. А подберись Паря. Меня. Да ничего страшного. Я не ожидала просто. Я думала, это, короче, ты такой, знаешь, бегаешь, типа. Он тоже, короче, ничего не понял. Он такой выбежал на меня. Мы такие на друг друга смотрели, бегали рядом друг с другом. И я потом такая, ну, блядь, там же не написано того, что это ты. Я такая, ну, скотина такая. Вышел пострелять, стрелялочку. Где ты там умерла? Здесь. Машина даже стоит. Так и думал, что что-то тут не так. Ну, Костя, там поле, и у нас не было бензина. А у нас выбора особо не было. Я хочу завернуться в одеяло. И грустить. Заворачивайся. Что грустить буду? Не о чем грустить. Да, еще один. Немножко есть. Грустить, Юльчик. Че? Не о чем грустить, Юльчик. Грусти. Есть. Значит, просто не грусти. Даже если есть. Там энергетик. Я хочу грустить. Надо. Но того не стоит. Что? Я люблю грустить, а грустить любит меня. Ой-ой. Я буду обниматься с грустью и спать. Где труп? Серьезно? А, это тот же самый? Да. Почему здесь двери некоторые закрыты? Вот здесь вот, например. Не все успели оплутать, значит. А, идиотики. Я хочу грустить, потому что я... Потому что я... Эмоциональный. Эмма. Пидерская чёлка. Ног в игре не зовёт нас, пидор. Он никогда нас не зовёт. Я уже привык. Ты в зоне? Да, пока что да. Другой вопрос вообще, сюда пойдёт ли кто-нибудь? Чекает, жив тут кто или мёртв. Или не пойдёт? Кстати, что здесь двери закрыты? Это я закрыла. А, нет, это не я. Я не успела зайти в домат. Это было 10 игр назад. Хорошо.
Костя. Что такое? Я хочу обнимашки. Я тоже. Врёшь ты всё. Блин, какая у тебя задержка дикая, капец. Я ж сказал пингу. Ладно, я вырубаю стрим, и надо идти спать, и когда Костя доиграет, так что споки. До завтра, наверное. Еще и дробовиком ходит.